Владивостоке. И вот она мне по скайпу начала в один день рассказывать. Слушай, одна моя знакомая тянет меня на презентацию, тянет, приехал президент, молодой, богатый. Ведь я уже могу ей сказать. Пойду хотя бы погрузить. Хорошо. Пошла на эту презентацию, и там рассказывают вот так, что вам поговорить. Она говорит, нет, меня деньги не интересуют, хотя сама сидела вообще без баллов. Она говорит, я могу себя подумать. И вот она зарегистрируется, берет продукт, и каждый день на самом деле, за можете себе представить 8 часов разницы во времени, значит, у нас у нее 3 часа дня, у меня 7 утра, и вот я сижу в 7 утра и слушаю, как она мне говорит, ой, знаешь, у меня уже рука поднимается, у меня уже там то, у меня там ноги. Мне не интересно, она мне дает сайт, я захожу, смотрю, я говорю, оставь меня с этими конфетками в покое. И тут, в один день, она произносит коронную фразу. А ты знаешь, у той женщины, которая меня зарегистрировала, у дочки за 11 дней прошел псориаз. Вот тут меня порвало, честно говорю. Мы с ней знакомы по интернету, мы вживую не виделись. Это сейчас мы уже видимся через день до времени. Я говорю, опускаю компьютер, поднимаю все, в чем я была, опускаю, показываю ей свое тело. Живого места не было. Она говорит, слушай, тебе же это надо. Я говорю, что ты взял, что мне поможет? Я говорю, я была в Германии, в Австрии, где я только не была. Какие только мази не пробовала. Дорогущие, одна мазь на 100 евро, извините. И вот то, что она мне в ответ сказала, это, наверное, было ключевым моментом. Она сказала, почему ты решаешь за свой организм? Дай ему еще один шанс. И тогда я задумалась, думаю, да, в конце концов, сколько уже перепробовала, давайте попробуем. Я регистрирую Сережу в компанию. Я была зарегистрирована в другой компании. У меня спонсором там был миллионер. Я говорю, он меня удушит. Я зарегистрировала сначала Сережу. А потом он говорит, а ты знаешь, ты сможешь сделать семейный контракт. Я говорю, это как? Например, просто даешь компании документы, подтверждающие, что вы муж и жена, паспорта, и вам делают один аккаунт на двоих. Отлично. И мы потихонечку так все это сделаем. Но самое интересное, что где-то через полгода, да, сначала был рецидив, сильнейший рецидив, я очень сильно испугалась, потому что лопалась кожа в тех местах, и оттуда гной с кроицей выходил. Я не знала, что мне делать. Она говорит, только не мажь ничем, только не мажь. Вот развалить себе мелос, антипаразитарку, наложить себе компрессики, но не пробуй. Потом раз, начала сходить. Извините, я когда это увидела, Сережа не мог меня из магазина вытащить, потому что я скупила все платья, которые можно купить. Я 15 лет не носила платье вообще. Понимаете? Это страшно. Кому-то рассказать, это просто страшно. Сейчас у нас результатов, да, локти вообще, вот. Сейчас у нас результатов очень много, просто уйма, даже сложно пересказать. Если вы зайдете в интернет, есть один ролик, очень достаточно длинный, 30 минут, по-моему, да, идет? Это Hello Russia, когда открытие России, и пригласили 12 человек на сцену, каждый рассказывал о своем результате, именно яркий результат. Вы можете зайти в YouTube и посмотреть. А какой это препарат вы использовали? Значит, я сразу же взяла первое, что аллергия холодиковая. Наташа, можно потом индивидуально это самое, чтобы люди успели. Да. Очистка организма от паразитов. Всего лишь. Очистить все организмы. Да. Давайте пускай люди скажут результаты, я потом выйду и скажу, как. Хорошо. Ну, все мы здесь сидящие, все хотят заработать деньги, но в первую очередь все мы уже в возрасте, хотим поправить свое здоровье, и тем более, если оно действительно беспокоит, оно не может в другом месте. У меня, конечно, беспокоит, потому что у меня гипертония. И давление. На сегодняшний день я в аптеку не хожу, давление, как говорится, принимаете. А самое главное то, что насчет гепатита, когда я врачу своему сказала, он посмотрел на меня, врач, женщина,
И говорит, не знаю, смотри, лучше, чтобы хуже не стало. А я думаю, так как, куда еще хуже-то? Ну, короче говоря, я пришла на эту дрожжи, и перед этим я взяла, сделала анализ, на них плохой, конечно. И не сидела дома, потому что тут болела, и желудок тут болит у меня, и это, если тут наружно, значит, уже поджелудочная. И лекарства покупала дорогие, привозили из Москвы мне, ну, и, значит, знакомые говорили, ты знаешь, 20 тысяч долларов, есть такое, привезут с Америки, и этот самый, и все будет у тебя нормально. Думаю, где же эти 20 тысяч? Ну, и тут мне сказали, не смей этого делать, потому что один без квартиры оставил и помнит. Ну, Господи, думаю, ну, тут дешевле вроде бы. И я согласилась войти в компанию, и стала принимать эти дрожжи. Я в начале, в первую очередь, как Наталья сказала, конечно, очищение организма. И в первую очередь я принимала, не так все это глотала, нет, я вначале Альфра, потому что она противоаллергическая, потом начала МЭЛС, потом, думаю, желудок у меня, я подключила АЭС желудочный и ХЕПЕТ печёночный. А так как знаю, что печени, и вы этот самый, нужны, чтобы был иммунитет организма, я уже стала только принимать уже GTS и ГРОВУ. И когда только лишь заболеть, я принимала СТОП. И вот я приняла 2 недели. На 3-ю неделю у меня сидит, думаю, нет, пойду я сдам анализ. Думаю, не пойду я к терапевту, пойду я заплачу. Когда я пошла, заплатила за анализ. Я вот так, знаете, как говорю, она мне сразу сказали, ого, что плохо? Я говорю, нет, хорошо. У меня билирубин упал. И я смотрю, АЛТ, АСТ, это самое, меньше стали. Я тогда беру книгу, этот самый, иду же к своему терапевту Доду, кто здесь живет, уже знает. Прихожу к нему, Николай Иванович. Я еще пропила, еще 2 недели, тогда к нему уже пошла, но теперь я у него возьму на анализ, чтобы меня отправили. И я когда пришла, и только лишь книги, я хочу вас с компанией познакомить. Он только книжку увидел и говорит, а я знаю про эту компанию. И молодец, что ты зашла. А я говорю, так я вас хочу пригласить в эту компанию. А он засмеялся, говорит, а сделала анализы? Я говорю, ну вот это не сделала. Сколько прошло? 2 недели. Давай еще раз сделаю. Это как раз было перед Москвой, как ехать в Москву мне. И когда я сделала анализы, он мне и говорит, принимай дальше. Ну, если он сказал, а он очень у нас такой умный, грамотный человек. И я, когда он посмотрел, говорит, смотри, тимоловая упала, у тебя такая большая тимоловая была, и ЛТСТ еще ниже стала. Так что принимай эти, этот самый, и этот, господи, ты ляжешь, побежишь, прокапаешься еще там. И вот, вы понимаете, когда я ехала в Москву на семинар, я была определенной. Во-первых, не было боли. Набрала этих, думаю, те таблетки еще то химии набрала, думаю, если там будет плохо, я буду их глотать, чтобы это там. Вы знаете, я привезла ее назад и про себя только сказала, вот так вот взяла ее, вот эти вот все. Ну, про себя там, ты, да нафиг я столько денег стратила на эти таблетки. И вот когда еще раз прослушав, и когда мне попросили рассказать, аудитория была большая, и ни у кого не было этого. Но после этого ко мне подошли столько людей, и сегодня я уже с кем мы там переписываемся, они говорят спасибо этой компании. Поэтому я рада, и я вас новичков, которые говорю, что не слушайте, когда они говорят, что это вот то-то, это вот это не так. Я говорю, что вы получите. А еще самое такое вот, мне 8-10 лет. И мне когда я им говорю, что мне вот столько-то, вот это, они говорят, да ладно, Ивой, ну что ты там это мажешь там это? Я говорю, мне некогда мазать, я говорю, я вот эти дрожжи принимаю в этом плане. И потом это болела нога еще. И после думаю, ладно, это я пока ставлю, начну слайд принимать. И вот тогда слайд уже попринимала, смотрю это самое. Они говорят, ну мы теперь уже видим, что действительно нормально, потому что ты бегаешь, ты через меня тебя ни дома, нигде не было. Я вас очень прошу, никогда, никому не верьте. Испытайте на себе. Тот, кто вас пригласил, если к другому можете подойти, просто лишь, как говорится, посоветуйтесь, поговорите и приглашайте тех людей, которые на сегодняшний день ищут как бы подешевле и чтобы вылечиться. Спасибо. Ну, я пару слов скажу. Вы тут много о чем говорили. Я только скажу то, что вы здесь уже в этом
зале уже нельзя. Потому что наше драже – это такое, что помогает очень конкретно и результативно. Я очень долгое время болела, у меня проблема была с ногами. И когда я уже, ну, как бы сказать, надежду потеряла, да, то, что я буду здоровая. Благодаря моему любимому спонсору, Татьяне Анатольевне, я перед вами, иначе бы я лежала в кровати и не знаю, что бы со мной происходило дальше. Благодаря нашим драже, благодаря нашему президенту Полякову, Сергею Сергеевичу, я на этом пьедестале, можно сказать. И я хочу всем сказать, что раз вы тут, это уже много значит для того, чтобы не только быть здоровым, но и еще иметь хороший капитал в своем кармане. Я хочу рассказать о себе. Я вообще-то в компании не так давно, я всего 4 месяца в компании. Но я зашла, чисто Лена меня постучала, вот, пригласила. У меня была сильная аллергия. Вы знаете, я лоротидин пила, я пила супрастин, что только не пила, вы знаете, но ничего не помогает. Страшная зуть была. У меня на руках вот здесь вот просто невозможно было. Руки чесались по-дурному просто, ноги вот здесь чесались. Я не знаю, откуда у меня это пришла, эта аллергия, не знаю, или на нервной почве, или что, вроде бы так я особо не нервничала, ничего. Но вот пришла аллергия, не могла понять откуда. И Лена мне предложила, Лена, вот то, что только что выступала, она мне предложила, говорит, и Таня Шаркай тоже сказали, Надя начинает пить Альт. И, значит, утром, вечером Мелс. И, значит, вот пей. Я пью и звоню Лене, Тане. Говорю, Таня, девочки, не могу, ничего не помогает. Вот пью и все равно не помогает. Они говорят, терпение, труд, все перетрут. Терпи. Значит, продолжаю пить и все. И вы знаете, я пропила где-то, наверное, дней 15. Вот эти, ну, не пила, я имею в виду, что принимала эти, значит, леденцы. И я действительно себя лучше стала чувствовать. И уже пишу по скайпу Тане и Лене с ранним, говорю, девочки, вы знаете, я как на свет родилась, у меня все это прошло. Я просто чувствую себя, вот, ну, действительно чувствую себя человеком, да. И я стала принимать еще GPS вот этот. Да. И у меня прям это как прилив энергии появилось, и я действительно, я очень благодарна, что девочки меня пригласили в эту компанию. Ну, денег я еще ничего не вижу, конечно, потому что я только-только начала. Здоровье, результаты. Да. Ну, результаты здоровья я вижу, что я не вижу.